Приветствую вас, мои дорогие друзья, на своем канале. Хочу предложить вам связать вместе со мной маленькую оранжевую тыковку. Сейчас сезон тыквенный, осень, и скоро еще приближается, кто празднует праздник всех святых, Хэллоуин. Поэтому такая тыковка будет как раз очень актуальна, и можно украсить свое жилище или же подарить кому-то на Хэллоуин. Для работы нам понадобится нить оранжевого цвета, понадобится нить салатового цвета для хвостика тыковки. Еще нам понадобится наполнитель, которым будем наполнять нашу заготовку. Понадобится иголочка для того, чтобы мы пришили вот хвостик и сшили саму тыковку. И еще нам понадобится с вами ножницы. Самое главное еще, нам понадобится хорошее настроение и желание связать такую вот маленькую очаровательную тыковку. Ну что ж, давайте приступим и сейчас вместе начнем вязать. Моя ниточка подходит под размер крючка 3 мм. Провязываем вначале начальную закрепительную петлю. И далее вяжем цепочку из 17 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 и 17. Затем делаем накид и в четвертую петлю от крючка 1, 2, 3, 4 провязываем столбик с одним накидом. И далее по цепочке вяжем столбики с одним накидом. В последнюю петлю цепочки провязываем полустолбик. У меня получилось провязанных 13 столбиков с одним накидом. И в последнюю петлю, как я говорила, вяжем полустолбик. Далее вяжем второй ряд. Провязываем 2 воздушные петли. Поворачиваем вязание. И теперь этот и последующие ряды будем вязать столбики за заднюю стенку петли. Столбики будем провязывать с одним накидом. Последний столбик у нас вяжется полустолбиком. Итак, делаем накид и провязываем вот не в эту косичку, а вот в эту за заднюю петлю. Вводим крючок и вяжем столбик с одним накидом. Их также должно быть 13. Три, четыре, пять. Все столбики вяжем за заднюю стенку петли. Шесть. Семь. Восемь, девять, десять, одиннадцать. 12, вот у нас еще столбик, 13,
И последний у нас полустолбик. Смотрим, вот петелечка, и в нее вводим крючок и провязываем полустолбик. Ряд закончен. Снова вяжем 2 воздушные петли, и так вязание повторяется. Нужно будет провязать 18 рядов. Если у вас, может быть, возможно, ниточка потоньше, вот у меня уже провязано все, за счет того, что у нас в начале ряда и в конце, в начале у нас поднимается на 2 воздушные петли, то есть это получается равно полустолбику, и в конце ряда мы вяжем с вами полустолбик. За счет этого получается вот такая вот немного присобранная, присобранный край изделия. И посмотрите, вот так у вас должно быть получиться. У меня провязанных получается 18 рядов. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ну, этого мне достаточно. Провяжите, пожалуйста, количество рядов, которые будут достаточно для вас. И после того, как вы это все сделаете, должно быть четное количество рядов провязанных. Эта ниточка начально должна быть с этой стороны, а конец нити вот с этой стороны. Теперь мы с вами свяжем за 2 половинки крючком и соединим начало и конец вязания. Соединять будем там, где ряд мы последний вязали, мы будем брать за заднюю стенку косички, а здесь у нас под начальную косичку будет вводиться крючок и провязываться. Вот, подхватываем вот за заднюю стеночку и здесь под косичку и провязываем соединительными петлями. Здесь за заднюю, здесь под косичку. Здесь у нас косичка наборного ряда. И провязываем. Так соединяем начало и конец до конца. Соединим начало и конец вязания заготовки. Ниточку обрезаем. И достаточно такой, чтобы ей мы будем зашивать, стягивать отверстие. Поэтому обрезаем и оставляем специально такой конец, который можно будет еще и сделать утяжку. И ниточку втягиваем в ушко иголочки. И теперь будем стягивать вот это отверстие. Нам нужно стянуть так, чтобы оно у нас, вот видите, стянуто уже. Было совершенно маленьким, невидимым. И подхватываем так вот за ребра, которые получились, вот это вот ребра самой тыковки. Видите, какие некрасивые получаются, немного как выпуклые, за счет того, что мы вязали с вами за заднюю стеночку петли. И вот так каждое ребро подтягиваем. И за счет этого уже получается стягивание. Так, обхватывая иголочкой, проходим
до конца. Стянули отверстие, и ниточку еще необходимо закрепить. Закрепляем ниточку. И обрезаем. Выворачиваем заготовку. Вот так у нас получилось. И теперь заполняем ее наполнителем. Заполняем и придаем форму будущей тыковке. Наполняем ее так, учитывая, что у нас она еще будет верхушка стягиваться. Поэтому она будет немного приплюснута и иметь вот такую форму. И когда наполним заготовку, снова берем иголочку. И так же, как и в предыдущий раз, стягиваем вверху изделие. Так же само ниточкой. Сначала ее закрепим, чтобы она у нас, узелочек не выходил. И теперь, так же, как и в предыдущий раз, с другой стороны, вернее, будем стягивать верхушку тыквы. По мере того, как стягивается, проверяйте, достаточно ли вы наполнили заготовку. Я вот уже вижу, что мне можно еще немного добавить. Хотя, знаете, если не сильно ее плотно набивать, тогда более будут выпуклые вот эти вот ребра. Вот у меня две тыковки, они связаны одинаково, но это у меня получилось побольше. Здесь я больше добавила наполнителя, здесь его меньше. Поэтому, видите, здесь и ребрышки более такие вот выпуклые. Так, затягиваем до конца и закрепляем точно так же ниточку, как и внизу. Когда отверстия с двух сторон стянуты, вот такая получается заготовка. Нам осталось связать хвостик тыквочки. Для хвостика оставляем небольшой такой кусочек ниточки в начале и провязываем начальную закрепительную петлю. Далее вяжем 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И теперь по цепочке, начиная с третьей цепочки от крючка, 1, 2, 3, в нее вводим крючок и провязываем соединительные петли до конца цепочки. У нас их получается, провязали 1, 2, 3, 4. И 4. 4 соединительных столбика. Ниточку обрезаем, также оставляя немного длины. Вот такой хвостик получился. И теперь свяжем кружок. Кружок вяжем обычным способом. Мы уже с вами не раз вязали кружочки. Провязываем начальную закрепительную петлю. И вяжем 2 воздушные петли. И во вторую петлю от крючка вводим в эту петлю крючок и вяжем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3,
4, 5, 6. Закончили первый круговой ряд. Переходим к вязанию второго ряда. Во втором ряду у нас в каждую петлю провязывается по 2 столбика, то есть прибавление. Провязываем 1, 2. Следующую петлю 3, 4, следующую 5, 6, следующую 7, 8, следующую 9, 10 и в последнюю петлю предыдущего ряда шестую провязываем 2 столбика 11 и 12. Соединительная петля. И ниточку обрезаем так, чтобы нам хватило ее для пришивания этого хвостика кружка самой тыквочки. Ну, теперь берем хвостик, перед этим, который мы вязали, и протянем в кружочек. Подхватим вот эти вот нити и протянем. С этой стороны необходимо закрепить. Можно закрепить несколькими способами. Я вот таким образом связываю начало вязания кружка и самого хвостика и завязываю крепенько-крепенько узелочек. Так, чтобы сам хвостик не высунулся. Вот так он закреплен. Ну, а эти ниточки можно обрезать. И они будут спрятаны после того, как мы пришьем уже готовый хвостик с кружочком к самой тыковке. Конец нити вдет в иголочку, и теперь будем пришивать. Я думаю, что пришить вы все сможете самостоятельно, подхватывая салатовую нить, затем вкалывая иголочку в саму тыковочку. И вот желательно вот за заднюю стенку петли. Вот так прошиваем по кругу. Пришив хвостик тыквочки вверху, пройдем еще иголочкой сквозь нее и выведем ее снизу. И сделаем еще пару стежков, чтобы у нас вот получилось так, как вот в этой тыквочке. Так вот, несколько стежочков. Так, чтобы немножечко так было зелени. И теперь ниточку можно так вот сквозь изделие провести с иголочкой вместе и обрезать. Ну, тыквочка готова. Смотрите, какая она очень красивая. И у меня уже 3 тыквочки. Я с вами на этом прощаюсь. И хочу добавить, что кого заинтересовала такая веточка, будет мастер-класс, только немного попозже. Поэтому, если вы не хотите прозевать следующие видео, пропустите их, пожалуйста, подписывайтесь на канал, нажав на еще и на колокольчик, так чтобы только появится новое видео, чтобы вы сразу были оповещены. Еще раз прощаюсь с вами, совсем ненадолго.
и очень буду рада новым нашим встречам. До свидания.